Воскресный игровой день открывал матч в Красноярске между Енисеем и Пармой. Никола Ребич знает, как в одиночку разобраться с обороной соперника. Этот момент тому подтверждение. Хорватские авиалинии в Красноярске. Томислав Зубчич и его невероятный слэм. Адас Юшкевичус блестяще чувствует партнеров. Своевременная скидка на Марикса Мэриса и легкие 2 очка. А в этом моменте отличился Эйгердас Жукаускас. Литовский форвард нашел контакт и реализовал энд-уан. Сразу несколько игроков пытались удержать Дэвиана Бэйри в этой атаке, но никому это не удалось сделать даже с фолом. К проходу Дениса Захарова игроки Пармы подготовились лучше. Марекс Мэйрис накрыл оппонента. Максим Григорьев забил в этом сезоне много 3-очковых, но этот дальний выстрел удивил даже болельщиков Енисея. Дастин Хок сделал 8 подборов. Этот стал самым важным. После него американец отправил мяч в кольцо. Бросок с дистанции от Лоренцо Уильямса оказался точным, но, к сожалению, для гостей стал лишь 2-очковым. За 20 секунд до финальной сирены Денис Захаров перехватил мяч на чужой половине, а Артем Комиссаров нашел контакт и уверенно реализовал оба штрафных. Но решающее попадание все же записали на свой счет пермяки. Адас Юшкевичус отправил мяч в корзину за 3 секунды до финальной сирены. Попытка Дэвина Бэйри принести своей команде победу броском с центра оказалась неудачной. 85-83 Парма вырывает победу в Красноярске.